Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем награды за Лигу Мастеров 3 звезды. И я надеюсь, что сегодня мы попадем в топчик. Дай-ка я для начала гляну. Ну что, Лига Мастеров, ранг 95, 10 откатов. Я думаю, что этого нам вполне хватит. Но для начала мы, наверное, заберем здесь, ну, что выпадет. Конечно, желательно бы мне жетоны. А там посмотрим, что будет выпадать. Кольцо крутости плюс один. Карта Бибовима. Дальше, вот, вот, 50 жетонов уже радует. Еще 50. Итого уже 125 жетонов. Опа, 175. Шикарно. Ну, Микеланджело мне не нужен. Все, что-то как-то быстро у нас заканчивается сыр. Я, конечно, понимаю, что по десятке тратим, но хотелось бы чуть-чуть подольше. Так, ну что, мы можем пойти сразу на турнирную арену. Кстати, спасибо большое за предложение от одного подписчика, который хотел задонатить мне на покупку откатов. Ну, я уже говорил, ребята, откаты не купить за деньги. Потому что, ну, нет у нас здесь возможности пополнять счет. В общем, я тебе так скажу. А, в общем, за предложение, конечно, большое спасибо. Так, ну что, давай-ка мы, наверное... Зайдем в топчик, сейчас заберем вначале все эти паки. Сделаем все ежедневные задачи, да, которые мы обычно делаем перед началом основного прохождения. Так, пройти серию испытаний. Вот, я пойду сейчас быстренько попробую бомбануть наших черепашек. Естественно, это оригиналы. Они выполнены в таком рисованном стиле, то есть как комиксы, да. В начале своей, как говорится, эры восхождения в, вообще вот в культуру мультипликационную, комиксную. Так, ну что, пробьет их, интересно, Крэнк? Да по идее должен, да, бомбануть. Да, да, единственное, что Леонардо, у него, конечно, есть отложенная смерть, но тем не менее. Отложенная смерть, можно назвать это броней, которая, правда, не отмечается броней, но тем не менее она у него есть. В общем, здесь мы прошли. Так, давай здесь заберем. И дальше нам нужно сразиться в 10 боях и в сложных боях. А ищем, насколько я помню, по-моему... Блин, я уже забыл, что мы ищем-то. Мы ищем чеп-планшеты. Это все, что нам нужно? 3 чеп-планшета. Ладно, попробуем сейчас найти. Так, ну здесь, как всегда, не везет нам. Вот, один нашли. Комикс шоу Техно. Так, второй нашли и последний. Получается, нам нужно надыбать. И, в принципе, все. Можно будет прокачивать, да? И вот на последнем как раз у нас косяки, ребят, выходят. Не хотят, давайте, прикинь. Вот он, все, выпал. Друзья, прокачиваем до 5-й ступени. Я уже думал, мутагена не хватит. Все хватает. До 5-й ступени. Все, шикарно. Дальше нам нужно найти будет комиксы. 20 штук, офигеть. Сколько? 12 штук. Ловушка для маузеров и 8 радаров. Оу, щит. Ладно. Так, мы задание-то выполнили, по-моему, да? Все сделали здесь. Ну и поднять уровень персонажа — это уже, наверное, после прохождения арены. Так, давай смотреть. У нас как раз до полного прохождения, я думаю, 10-15 мы, наверное, насобираем все-таки мутагена. Но этого мало для того, чтобы проапать ему левел. 77 уровень. Нам придется, ребят, наверное... Так, подожди секундочку. Брать по двое. Двое персонажей сразу же. А другого варианта здесь быть у нас не может. Иначе нас тут расклепает. И, соответственно, смотреть, чтобы не было Микеланджело в пати. Естественно, во вражеской. Иначе у него очень большая инициатива. И он будет наших ребят тут колбасить. Такс, шикарно. Но Сплинтер... избежал постепенного урона. Сплинтер этого избежал, но Леонардо, как ты видишь, сделал правильное дело. Он справился со своим учителем, да и всех остальных, в принципе, тоже положил. Ну что, посмотрим, сколько ступенек мы будем пролетать. Надеюсь, десятку. Да, тут даже немножко больше, 11 пролетели. Это уже хороший, ребят, знак. Это хороший знак. Тут майки, я возьму, наверное, вот эту команду. Пускай здесь два майки, но все-таки они не такие борзые и жесткие, как... с уклоняшкой и с этими, с танцевалками. Ты понимаешь, да, про каких я говорю?
У этих тоже есть массовые атаки, но не такие коварные. Давай-ка, наверное, сейчас зачистку сделаем небольшую. Хотя бы парочку уроним. Уронили только одного, к сожалению. Опа. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, слушай. Блин, я дебаф сделаю. Кто-то должен погибнуть. Так, а ты? Есть. Блин, Хан, ты смотри-ка, а? Хорошо, что он выстоял, он бы мог упасть. Да, немножко не подрасчитал, но бывает такое. Ну что, 68-я позиция уже радует. И значит, возьмем, наверное, вот эту команду. Да, возьму сюда Ваньку и возьмем нашего Крэнга, старого друга. Так, отлично. Ну, опять же, во вражеской команде есть Сплинтер. Соответственно, он не успокоится. Без контратаки он никуда. Он будет ее применять. Как бы я не хотел, чтобы этого не было. Она все равно будет. Если, конечно, Крэнк сейчас кого-то не уронит. Так, а Крэнк уронил хила. О, ё-моё. Ну-ка давай. Все-таки, как ни крути, да, ребята, Ванек немножко отстает по инициативе. Там успел сходить у нас Рафаэль, как ты видишь, оригинальный. Ну, слава богу, Шреддер наш выстоял. Но почему-то мы пролетели очень мало ступенек, всего 4. Почему 4-то? Почему не 6, не 10, а именно 4? Вот для меня это загадка, ребят. Так, а здесь, значит, Рафаэль плюс, я смотрю, здесь у нас еще и Пит. Ладно, я надеюсь, у Саги хотя бы подраночек сделает небольшой. Ну, естественно, с кровотечением. Это просто необходимо. Пит, если он сейчас не захиляет, то он повесит уклонение. Это одно из двух. Опа. Вот, вот, ребята, об этом я и говорил. Он вешает уклонение. Пыль в глаза типа пустил. Ну, смотри-ка, благо Макман сработал, все отлично. Как бы нам теперь вот этого вот. Так, давай-ка я, наверное, на всякий случай хильнусь. Потому что Кирби в любом случае ничего ему не сделает. Донни тоже давай хиль... Надо было защиту лучше ставить. Ну, Саги, замечательно. Слушай, а Макман все-таки, ребята, пробил вот это вот уклонение Пита, которое было. Что меня очень порадовало. Ну что, у нас 48-я позиция. 48-я позиция. И выбираем. Тогда-ка я, наверное, обновлю. Вот эту команду я, наверное, возьму. Потому что здесь никаких Микеланджело нету. И вообще команда не очень сильна по инициативе. Так, а возьмем мы следующую команду. Раз, два, три, четыре, пять. Эти ребята должны сами по себе справиться. Ну что, уклонение ставим. Теперь надо заниматься морозилкой. Не вышло. Хорошо, я возьму провокацию. Так, массовую я, наверное, пока тратить не буду. Я просто поставлю щиты. Так, Рафаэль, давай сдачи. Хорошо, что он потратил хил. Теперь начинаем применять жесткие меры. Так. Минус Донателло. Это уже радует. Это выпускает маузеров. Но у нас, как ты видишь, стоит уклонение плюс защита, поэтому минимальный урон. Так, минус нейтрализатор. Хиляться, я думаю, что не будем. Минус морозильная кошка. Дальше минусуем Бакстера. И остается Бибоп. Все. Разобрался, как, я не знаю, как со сумками просто-напросто. Взял, бомбанул и истребил. Так, ну что, с 48 позиции мы переходим на 36-ю. И возьму-ка я... Блин, давай-ка обновим. Вот, вот эта команда меня вполне устраивает. Но здесь уже придется тратить откаты. Шреддер, Зек, Джастин.
Ну, я думаю, что они справятся. Зэк, конечно, здесь получается, ну, как бы самое слабое звено у нас. Но без него тоже никуда. Так, бросает он бомбочку. Дальше Шреддер. Ну, слава богу, замедление сработало. Причем очень даже хорошо. Так, здесь, наверное, я попробую пробить Рафаэля. Замечательно. И Джастин, скорее всего, всех добивает. Все. Без проблем. Так, двигаемся далее. Тут остается уже, наверное, пару боев у нас всего лишь. И будет все завершено. 20... Нет, нет. Еще будут бои. Так, возьму, наверное, вот эту вот команду. Здесь возьмем Армагуна, возьму Супер Шреддера. Ну и самых-самых слабеньких наших вот этих вот. Так, а по-моему, сейчас по инициативе будет ходить Шреддер первым, а потом, по-моему, Рафаэль. Или Рафаэль не дотягивает до их инициативы. Сейчас посмотрим. Да. Рафаэль не дотягивает, именно который ролевой. Он не дотягивает по инициативе с Армагоном и Супер Шреддером. Но зато с другими он может потягаться в праве скорости первого удара. Так, ну что, давай 12-ю позицию мне. 11-я, отлично. Прекрасно, ребята, прекрасный забег. Ты прикинь, сегодня у нас что, там, неделя, четверг, по-моему, да, четверг. И мы уже с тобой в топчике. Это будет круто. Ну, это мне необходимо было, потому что сейчас у меня начинаются, опять же, рабочие смены, ребята. Две ночные смены, так что два дня, грубо говоря, видосиков-то и не будет, в принципе. Поэтому сегодня мне как бы вот необходимо залезть в топчик. Так. Ну, что-то ты, Шреддер, вообще постепенно урон повесил только на одного. Ну, как-то несерьезно. Что это такое? Что это за неудачный, так сказать, удар у тебя был? Ну что, мы переходим, да? В топчик или нет? Должны, по идее. Да. Все, ребята. Моя цель, как говорится, выполнена на сегодня. Сколько мы мутагена, интересно, получили? Так, 11 тысяч. Всего лишь 11 тысяч. Ну что ж, мне придется тогда прокачать бибопчика на один уровень. 56-й. Так, заберем здесь наши награды. Далее. У нас осталась еще пицца, поэтому давай-ка мы, наверное, ее и потратим. Кожеголовый, будем на тебя сейчас искать. Значит, радарные маяки, да? Один. Два. Нужно 8, да? 3. И все, что ли? Только 3? Да, ребят, только 3 радарных маяков я получил. Так, подожди-ка, мне показалось или нет? Ага, показалось. Я думал, что вот это можно на 7-ю ступень прокачать. А оказывается, это просто крик на провокацию можно. Ну что, ребят, вот, в принципе, на сегодня и все. Можно смело закругляться. Больше нам здесь все равно делать нечего. Тогда увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что удачи и до новых скорых видосиков.